Привет. Те, кто помнят, те помнят. Но напомнить хочу не об этом. Ребятки, завтра у нас плановый стрим, как партия велела. Пацаны и девчули, постоянно говорю, что надо какой-то планировать не только анонс, напоминалку, да, но и, наверное, как-то нужно планировать тематику для стрима. К сожалению, она такая относительно односторонняя, потому что разговариваю больше я, вы пишете комментарии, но, как мне кажется, это не очень продуктивно, потому как у нас некое рождение этого стрима происходит, ну, тематики его обсуждений, его каких-то размышлений с моей стороны, вот односторонне тогда, оно происходит в процессе. Иногда это неплохо происходит, иногда это так себе происходит, иногда это совсем полное говно. И среднего и последнего, как с моей точки зрения, больше. Хотелось бы, чтобы это было более продуктивно. К сожалению, то, о чем я говорю, что разговор в этом общении такой, он больше односторонний. К сожалению, это так, и изменить тут вряд ли что-то получится. Потому что вас много, и я надеюсь, будет становиться больше. И это нет возможности конструктивно устроить некий чат-общалку, достаточно интерактивный, там, где каждого будет слышно и каждого будет видно. А технически это обеспечить вообще никаких сложностей нет. Есть хорошее программное обеспечение, которое может обеспечить такую возможность, но это будет бангладешский базар. Там, где будет много людей, у кого-то будут серьезные и достаточно радикально конструктивные вопросы, либо предложения. Кто-то будет на угаре, на каком-то своем умате. Ну, вот, кто-то вообще будет в категории такой, ну, чисто с пацаками поржать. Вот. И ничего из этого хорошего не получится. Поэтому формат наш останется. Но я предлагаю его сделать более конструктивным. То, о чем я говорю, это задать некую тему обсуждения. Ребят, те, кто уже давно на канале, и мы как в гараже, да, собираемся там по субботам, когда отдохнули от рабочей недели, завтра еще не на работу, мы собрались там потрепаться, ожили-были. Ребята, я понимаю, я сам от каких-то вопросов устаю, которые априори мне, ну, всегда как-то не очень ложились. Какие-то вопросы достаточно избитые для нас с вами, да, уже и понятные, но тем не менее они будут повторяться. Они будут регулярно всплывать, повторяться про разные темы, да, там, про дети, про деньги, про доктора и так далее. Вот. А что будет, когда случится постапокалипсис, и дальше. Это будет повторяться. И я что-то, знаете, мне хочется постоянно отбрыкиваться, да, хочется снять на эту тему видосы. И такой у меня двоякий момент. С одной стороны, да, почему нет, да, если это можно, как в каком-то видосе этот ответ сделать развернутым. И я, наверное, займусь тем, чтобы на достаточно банальные, достаточно простые вопросы наделать видос, да, и составлю для себя список ссылочек, которые буду вот отправлять тем, кто задает вопрос. Но это такая сторона, с одной стороны, она хорошо, да, потому что она будет там давать развернутый ответ, а с другой стороны, это немножко отбрыкивание. Поэтому идея стрима все-таки какой-то живой интерактив, поэтому, наверное, отвечать на них тоже надо, да, пусть не развернуто. И, наверное, чтобы как-то экономить наше ваше время, я буду стараться на такие вопросы отвечать кратко. Вот. Но нужно подумать насчет того, чтобы мне создать вот такие вот... То, что вот я начал, да, тематику видосов «Азбука караванера». Вот, что-то в таком духе, да. То есть только тут по караванингу, а там по каким-то другим вопросам, наверное. Такое что-то создадим. Вот, я отхлебну. Что я сейчас хотел сказать? Хотелось сказать, если какие-то есть мысли, пожелания, предложения, можно их сейчас
набрасывать в эти в комменты под этот видос. Я их выпишу для себя. И завтра мы сможем держаться какой-то вот такой линии. Ну, линии какой-то радикальной, да, по теме. По теме. Почему это, допустим, завтра нужно будет? Очень просто. Иногда это прям вообще, ребят, не надо. Вот. Лучше, чтобы это было, но иногда бывают исключительные дни, когда это не нужно. Да, когда достаточно вида, достаточно какого-то там обсуждения, рассуждения на тему того, что мы видим. Дня два уже как поливает дождь. Завтра он тоже будет. Я нахожусь в городе, в промышленной зоне. То есть завтра не ожидается ни хорошая погода, ни красивые виды. Но не будем как-то отказываться от этой традиции. Будет все-таки стрим. И было бы неплохо задать ему завтра какое-то направление. Если уж мы не можем направление ему задать какое-то красивое. Вот. Есть мысли еще касаемо кое-каких видосов. Они были сначала такие сформированы какими-то негативными, как мне показалось, негативными какими-то комментариями. Вот. Но потом, поразмышляв, я такой подумал, что почему негативный? Просто это такое однобокое видение. И, может быть, здорово было бы сделать на эту тему видосы, которые дадут некие развернутые ответы для некоторых скептичных граждан. Вот. Они, это будет такое более конструктивное, вот, чем просто предложение пойти нахуй. Вот, потому что как бы это тоже неплохой на самом деле путь. Вот, потому что он подсказывает, что то направление, которым идут люди, оно неверное. Вот, но оно не подсказывает, куда посмотреть, куда двигаться. Вот. А у меня, я подумал, что к банальному посланию нахуй можно сделать видео, которое будет более конструктивное. Вот, и даст возможность людям действительно пойти правильным направлением и смотреть на ту или иную ситуацию более в правильном ключе. Все, короче, я ни о чем наговорил на 7 минут 25 секунд. Поэтому я круглю. Думаем, о чем хотим обсудить. Если ты пришел недавно, добро пожаловать. И, наверное, все же жги уж. Ладно, как бы я примерно могу предположить, если ты недавно пришел, какие у тебя будут вопросы, но давай. Все, до завтра, до вечера.